командовать оркестром буду я. Название говорит само за себя. Поменялись ролями. Вместо руководителя симфонического оркестра Андрея Балина на место дирижера встает артист Олег Акулич. В Голицынском доме культуры «Октябрь» состоялась премьера долгожданного музыкального концерта-спектакля. Формат уникален. Это совмещение юмора с познавательным контентом под звуки симфонического оркестра. Это синтез работы двух дирижеров. Я профессиональный дирижер. Олег профессиональный актер, юморист. Он показывает дирижера, как говорится, с другой стороны. Штрауса, Бетховена, Пашаева и других великих дирижеров пародирует юморист Олег Акулич. Приобщить зрителей к высокой культуре через юмор – главная цель спектакля. Зрители слушают кто о разных дирижерах, композиторах. Они слушают, слышат музыку разных классиков. Видите? Вот я про что. И в то же время и с юмором. Чтобы это легко, как бывает, знаете, как детей надо учить, легко, чтобы было в игре. Концерту предшествовала длительная подготовка. Актер театра и кино учился дирижировать с нуля. Результат поразил. Мы сегодня наблюдаем синтез различных искусств, направлений в творчестве. То есть это и симфоническая музыка, и эстрадная музыка, и современная музыка, и юмор, шутки, смех. И это очень интересно наблюдать, наверное, сам процесс приготовления этого продукта. Зрители оценили спектакль на высшем уровне. Экстравагантность юмористического актера не смогла оставить никого равнодушным. Актерская игра. То есть это помимо того, что музыкальная, еще прям очень эмоционально так передает все хорошо. Очень живое мероприятие, на самом деле, очень интересное. И настолько мы уже соскучились по мероприятиям, что сейчас очень приятно, и это все так свежо. Концерт прошел на ура. Зрители не только получили радость от музыки, но и стали очевидцами появления уникального формата, который теперь станет активно развиваться в Одинцовском округе. Эмилия Ракелян, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».